Телеканал КРТ представляє. Зараз на скайп-зв'язку зі студії наша землячка, яка мешкає в Брюсселі. Юлія, доброго тобі вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, яка зараз обстановка в Брюсселі в зв'язку з коронавірусом? Ну, если еще неделю назад было отношение даже такое попустительское и как-то мало кто серьезно воспринимал, то это очень быстро изменилось. Уже несколько дней людей на улице практически нету. Я сама наблюдаю за этим из окна, вот, потому что мы приняли решение находиться дома. Выходим только в магазин или в аптеку, и крайне редко. А на улицах люди уже есть в масках, если есть. Если нет, то это, я думаю, больше связано с тем, что масок не достать. А если достать, то они стоят баснословные деньги. Ну, 3 евро одна штучка, и она одноразовая. Я слышала, в Париже все 6. И люди сидят дома, люди серьезно восприняли ситуацию. Я смотрю по окнам, очень-очень много людей находится дома, детей. И я, честно сказать, очень удивленно наблюдаю, как непонятно мне люди обычные в Украине относятся очень поверхностно к сложившейся ситуации. Она очень серьезная. Я всех призываю принять ситуацию, она очевидна. И главный месседж, который сейчас пытаются донести нам местные политики, что дело не в том, чтобы предотвратить коронавирус, его распространение, главное снизить скорость распространения, чтобы местная система здравоохранения могла справляться, чтобы оборудование и медперсонал мог предоставлять помощь тяжелобольным. Вот. То есть тем людям, которые могли бы в нормальной ситуации помочь, если будет большой наплыв, не смогут помогать. Таким образом, смертность увеличится в разы. Мы видим и наблюдаем, как это дважды выше в Италии. И это, конечно же, не последствия самого вируса или того, что он так страшнее гриппа. Это главным образом результат того, что медицинская система не может справиться с таким объемом. Поэтому, конечно же, я очень сильно призываю всех всерьез воспринять ситуацию. И остаться дома по возможности, или все меры принимать, мыть руки. Это все кажется далеко и не о нас, но учитывая то, что очень много азербайджан сейчас вернулось домой, если еще говорить про ситуацию в Бельгии, у нас уже в районе 900 случаев зараженных, за последние сутки почти 200. 4 человека погибло, но все понимают, что это только число от тех, кто был протестирован. Теста в доступе нету, и возможность протестироваться дается только тем, у кого есть серьезные симптомы. Поэтому все достаточно быстро развивается, и мы пока еще можем выходить из дома. Конечно, это может измениться в любой момент и стать так строго, как в Италии. Пані Юля, чи можна задати вам ще питання? Скажіть, будь ласка, чи влада Бельгії, чи у вас, наприклад, в Брюсселі, чи компенсують людям лікарняні, чи, скажімо, втрати, які вони мають на своєму бізнесі і тому подібне? Уже пройшла новость в рамках, було заявлення від госпожи Меркель, було сказано о том, що будуть предусмотрені определенні фінансові средства для помощи бизнесу, но конкретная сумма не была обозначена и не было обозначено, в каких направлениях, каким образом она будет распределяться. Конечно же, траты идут неимоверные, но, честно говоря, ощущение в обществе, и как-то есть такое, что все понимают, что то, что сейчас происходит, нужно пережить, а потом уже как бы решать, как дальше быть. Дякую.